Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия, и я Вика. Сегодня быстренькое видео, я вам просто хочу показать вот этот вот топик. Я его нашла на Пинтересте, скорее всего, что автора как бы у него нет, это просто кто-то его как бы продает, он у кого-то в продаже. Вот, но что я хочу вам показать, как бы на что я хочу обратить внимание, что этот топ, он вяжется по той же системе, что и вот этот вот мой предыдущий, который с косыми ажурными полосами. То есть модель здесь одна и та же. И потом, по моему видео вы можете, просто заменив узор, сделать именно вот этот вот топик. Вот такой вот. Сейчас схему я все с вами как бы пройдемся. Значит, единственное его различие в чем? В узоре. Вот такие вот ажурные ромбы. Схему я тоже нашла, но если, ну, немного другая. Там как бы дырочки вот эти вот ромбы, все так и есть. Сейчас я тоже вам покажу. Заскрините себе. Здесь у нас убавление единственное тоже. Мы не делаем планку, а делаем где-то через, ну, после кромочной, перед кромочной, либо еще одну петельку можно там дать, как бы для такого завершения края. Вот, то есть сокращение, пройма, все точно так же, как на том топе. То есть вы берете то готовое видео, по нему вяжете, просто заменив узор. Да, здесь видно, что здесь как бы V-образный вырез, который вы тоже можете разместить выше, ниже, как угодно, как вам захочется. И ровный силуэт, который вы тоже. И внизу. Вот внизу немножечко видно, что здесь резинка 2 на 2. Но это не так уж важно. Тут сам эффект пряжа и этот узор. Значит, пряжа, что я, как по мне, рекомендации от 250 до 350, до 400 толщина, я бы сказала. Спицы 3-3,5 миллиметра. Что касается схемы, девчонки, вот она, наша схема. Это не она, конечно, но та же, как бы тот же ромб. Единственное, что вот здесь вот там в оригинале жемчужная вязка. Если уж вам уж очень нужен будет оригинал узор, что вы как бы не поняли, то есть здесь у нас лицевая, а здесь изнаночная. Тут чередуется как бы узор. Видите, здесь изнаночная в этих ромбах, а в этих лицевая гладь. Вот. А на самом деле в этом топе жемчужный узор между вот этими как бы дырочками. Тоже можно просто лицевой гладью эти промежутки между дырочками. Я бы вообще лицевой гладью сделала и не заморачивалась жемчужным узором. Сам эффект ромба, он очень-очень-очень эффектен. Как бы вот этот вот узор, и не нужно там никаких как бы усложнять разными жемчужными узорами. Вот. Я думаю, с узором вы разобрались. Вырез все есть в видео у меня, в моем, как бы в том. Единственное, не делайте отступ на планку. Красивый, еще один красивый летний топик. Простенький, легенький, но эффектный. Пряжу можно взять ту же, что я и рекомендовала для того. А если возьмете потоньше, и ничего страшного, и лучше. Это же все-таки у нас лето, девчонки, да? Вот, поэтому я спешила вам его тоже показать. Кто еще не вязал, по тому видео ссылочки я все оставлю. После видео будут, выскочат они, и под видео в описании все ссылочки вы получите. Поэтому, девчонки, вяжите еще один. Вот я бы тоже, наверное, связала еще один топик. Ну, увижу по времени, девчоночки. Ну, в общем, все. В принципе, я вам все сказала. Там особо и говорить-то нечего. Узор, модель мы уже видели, мы уже знаем, мы уже вязали. Все очень просто, на любой размер. Притом, девчонки, кто не видел то первое видео, пересмотрите, пожалуйста. Тут подробно вот такой вот топ, только с диагональными полосками. Вот. А вы уже себе определитесь, какой узор вы хотите и какой вам больше нравится. Все, девчонки, на сегодня все. С вами была Вика, Школа Рукоделия. Всем пока.